Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua, и в этом обзоре мы познакомимся с женскими часами Invicta из коллекции Angel. Несмотря на то, что Invicta выпускает обычно часы с агрессивными, брутальными формами, именно коллекция Angel отличается от модельного ряда бренда. Здесь часы с женственными аккуратными формами. Нельзя сказать, что эти часы очень маленькие, тем не менее, вот какой-то агрессии здесь абсолютно нет. Корпус и браслет модели сделаны из нержавеющей стали. В некоторых местах это позолота 18 карат, как по центральным звеньям браслета, так на безеле и на заводной головке. Безель украшен кристаллами на основных временных отрезках, по два кристалла вот в каждой точке. По размерам диаметр корпуса составляет 33 мм, в толщину 11 мм и вес модели 99 грамм. Он небольшой, но все же вес ощущается в этих часах. Вот такая мини-застежечка, очень аккуратная, скрывает механизм крепления. Что-то среднее между застежкой раскладной с фиксатором и типа бабочки. Здесь вот гравировка Invicta. Давайте поближе посмотрим. Вот так, на нажатием на две кнопочки раскрывается застежка. Очень удобная. Давайте пока она открыта, посмотрим на заднюю крышку часов. Там у нас выписаны практически все характеристики. Коллекция подписана, но сейчас там наклеена пленочка, поэтому несколько все это дело отсвечивает. На заводной головке также вот такой крупный кристаллик. Стекло в часах закаленное Flame Fusion. Делается оно по запатентованной технологии. Стекло очень прочное, надежное. Циферблат небольшой. Опять же, сам размер корпуса небольшой, но тем не менее очень информативный и читаемый. Здесь крупные метки часов в римском формате. Стрелочки имеют светонакопители. Светятся не очень ярко, но некоторое время светится в темноте. Давайте я покажу, как это выглядит. В общем-то, функционал особо ничем не нагружали, даже окошечка даты нет. Вот часы, минуты и секундная стрелка. А по водозащите эта модель неожиданно имеет отметку 100 метров. Это абсолютно не дайверская модель, но тем не менее с отметкой 100 метров, в принципе, в этих часах можно смело купаться, как минимум не снимать их с руки, когда вы контактируете с водой. В общем-то, давайте я поддену заводную головку. У нее одно положение, в котором вы по часовой стрелке устанавливаете время. В общем-то, на этом функционал и все характеристики закончились. Давайте я напоследок покажу часы общим планом. Единственное, что я забыл сказать по характеристикам, в часах установлен японский механизм. Хочу отметить, что модель очень универсальная, она прекрасно будет сочетаться с любым стилем одежды. На свои 100 с копейками долларов, которые эти часы стоят, на самом деле аксессуар очень качественный, и я рекомендую вам обратить на него внимание. Если обзор был полезен, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на наш канал. В общем-то, на этом все. Всем хорошего дня. Пока!